СССР Пикчерс представляет Bad Russian Production. Документальный фильм. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Лень снимать, а мне не лень. Ты знаешь, кто сильнее по рангу, про них и пишут, что они крысы. Про Мэда я тебе могу сказать, что он не крыса. Так как он у меня в друзьях, мы живем в одном городе, я с ним могу ручаться. А то, что там тебя снято, это ни о чем. Еще. Знакомых. Потом фильмы начнут про нас снимать. Да, да, всем привет. Да не, фильма больше не будет, пленка закончилась. Нарезку можно про каждого из нас снять, где мы перезаряжаемся, сидим за ящиками, отстреливаем и так далее и тому подобное. Это бред, что ты там снял. Ладно, нарезка — это бред. Ты бой тот видел, откуда я нарезки сделал? Там всего два случая. И то один случай на перезарядке. То есть вообще ни о чем, я тебе говорю, ни о чем. Нужно было весь фильм снять, именно про него, все 7 минут. А что там у тебя 20 секунд? Нет, ты матч видел? Матч, откуда взяты эти моменты? Я весь матч этот не видел, я видел то, что ты выложил. Там в описании скинут этот матч. Этот игрок под ником Мат всю игру просидел в том доме. Всю игру. Не один я про него такое говорю. Просто кому-то лень снимать, а мне не лень. Ты знаешь,
кто сильнее по рангу, про них и пишут, что они крысы. Про Мэда я тебе могу сказать, что он не крыса. Так как он у меня в друзьях, мы живем в одном городе, я за него могу ручаться. А то, что там здесь снято, это ни о чем. Еще, может быть, то, что у вас разница в пинге была, может быть, еще это всего предвещало. То есть плохой пинг, это значит, надо прятаться, правильно? Олег, а ты чё не говоришь, что они у тебя в друзьях играют? Потому что здесь любители есть видео снимать про наших друзей, про общих. Нахер это нужно?